Все вместе. Вы как оператор работаете. Главное, мою корову. Да. Она со мной везде ходит. Да? Мини-мастер-класс. Все вместе. Я вот про что. Так, стоп, где? Тема может быть... Тем-то может быть мне положим. Ответ, а может быть именно такой каллиграфический момент, как я специально здесь не взял, но не важно. Может, тут кого или а ничего, ладно. Значит, ну вот, вообще черный лучше. Ну, здесь я вот смотрю, такая вот, тон такой интересный. Давайте, у вас как инициалы? М.А. М.А.? Вот, и это делается сразу и экспромтом, и вот это получается каллиграфический портрет, как бы я гляжу на человека, да, ну, трудно, конечно, угадать, но вот найти вот это вот сочетание, вот. И это вот... китайская техника. А, да, и чуть-чуть, может быть, добавить туда вот вашего розового цвета, вот такого, да. Психологический, да, портрет, да, да, немножко. Вот, все, в рамку и вешаете. Классно. А я была, можно? Я вот приезжала в Иркутск, а все как бы... Вот, смотрите, вы у нас такая вся желтая, да? Я М. Я М, да? Вот. Коли ж вы у меня желтая, то вы будете... И черная, да, получается, почти? Ну, тоже такая темная. Хотя в идеале лучше делать это черным, наверное. Еще раз как? Я вам. Ведь можно делать с разными наклонами, в зависимости от того, все вот это вся калиграфия, все цепочки, они идут как бы это самое. Ну я не знаю, ну вот. А мы сделаем я. Я ведь, может быть, и вот такая, да? Это сразу все экспромтом делается. Да? Красиво. Вот вам я, Эн, да? Красиво. Все, и вот эту вещь. И вот эту вещь вы оформляете в рамку и вешаете как свою эксклюзивную. Можно мне тоже? Давайте бумагу вашу. Ну, здесь уже расписываться как-то, я думаю, может быть, даже и негде. Хотя попробую. Вот. Только вы не убирайте, я это сфотографирую, конечно, ладно? Конечно, нет, тоже тогда в полную. Где подгорело? Вот, здесь что-то пятна не хватает какого-то, вот я сейчас думаю, сейчас я его сделаю. Мне все нравится. Я определился. Ой, вот это вот классно сделали, когда такие кисточки шли. Вот так уж. Да? Ну, сверху. Ну, последний, кто? Только мне надо воду. А кто, вы, да? Снимаете? Да. А вот сюда снимаете? Да я там тоже снимаю. А мы вас вертикально сделаем, разнообразие, да? Вот эта бумага, кстати говоря, вот для таких вот упражнений подходит гораздо больше, чем для портретов, да? У меня вопрос. И вот тут надо, конечно же, кисточку чуть-чуть больше. Итак, чего? ЕА. ЕА, да? До следующего раза использую. Можно? Ну что, тоже коричневый. Ладно, сегодня у нас... Синий у меня тут цвет, не знаю даже. Синий? Вы мне вот уже второй раз синим подсказываете. Вы... Я в прошлый раз чуть не испортил, да? Ну все, я не... Нет, здесь ближе к зеленому, наверное. Может, самый хороший цвет. Вот сейчас комок получится. Самый мой любимый цвет. Ну, тем более. Морозилку и все, и до следующего раза. Или... Так, итак, что у нас там? Можно сделать попьянше какую-нибудь маску, форму, светить что-нибудь. Ну, поехали тогда. Это один из генераторов. А мы сделаем. Когда ветер попадает на эти лопасти, они как бы начинают улететь за этим. Всем загорается лампочка. Была бы маска какие-то... Другими такими пищами. Просто набиваешь туда, как в машине, хлопок в стол.
А вот сюда ну, в общем-то, уже дальше уже будут излишества. Все должно сделано быть одним движением. Да. Потом уже начинаются доработки. Когда начинаются доработки, заканчивается, искусство заканчивается. Начинается уже там вторые, третьи выставания. Почти портрет. Иероглиф, кстати говоря, это принадлежность не обязательно восточной культуре, потому что дословный перевод иероглиф – это священный камень. Вот. То есть это не обязательно китайцы, да?